Здравствуйте, с вами Нурулес, это прохождение Call of Duty 4 Modern Warfare, современная война. Сегодня мы продолжим проходить последние действия третье, ультиматум. Давайте начнем же продолжить игру, на чем мы остановились в прошлый раз. И, скажем так, мы пройдем полностью современную войну. Так, вот зима. Действия зимой происходят. Не знаю, сэр. Давайте присядем. И-6. Сержант Гриксс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции на юго-западе. Прием. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вперед! Вижу противника. Есть попадание! Попал! Минус один! Убит! Убит! Все чисто. Гриксса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо! Вперед! Противник убит. В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. У нас потери! Противник на открытом месте! Гриксса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Соуп, разведай обстановку. Помощь сюда! Есть потери! Вижу противника на открытом месте! Солнце встает. Время на исходе. Где остальные? Гриксс, 678-45-20-56. Знаешь, товарищ, Женевская конвенция – вещь хорошая. В теории только. Так что побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих остальных? Гриксс, 678. Кто твой командир? Скоро здесь будет очень жарко. На вашем месте я бы отсюда сматывался. Кажется, мы на месте! Юр, где ножовка? Приготовиться к штурму! Я думал, она у тебя. Твою мать, если бы ножовка была у меня, я бы тебя не спрашивал, где она, придурок. Пошли, пошли, пошли! Все чисто. Соуп, освободи Гриксса! Живее! Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили. Я так и хотел сделать, но ты же зажал всю взрывчатку. Все в порядке? Да, готов идти. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Вражеские вертолеты. Вперед! Си-6, доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял. Соуп, устанавливай взрывчатку. Пошел. Взрывчатка установлена. Всем отойти. Соуп, выполняй! Си-6, башня нейтрализована, электричество отключено. У вас 20 секунд. Вас понял, идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б-6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота. Вражеские вертолеты. Здесь скоро станет очень жарко. Газ, бери Соупа и остальных и прочеши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Нужен огонь поддержки. Вражеские гранатометчики на крышах! Все-таки забили. Ладно, бывает. Давайте, может, лучше снайперку возьмем. Я что-то думаю, что это не последняя миссия. Но, скорее всего, просто у меня миссия не открыта. Контакт к западу! Может быть, немножко дольше будем играть. Цель нейтрализована! Войска противника на юго-запад! Нужен огонь поддержки! Минус враг! Вражеские гранатометчики на крышах! Всем быть начеку! Приближаются вертолеты! Контакт к западу! Войска перезарядка! Минус противник! У нас потери! Минус враг! Контакт к северо-западу! Да, хорошо меня глушанули. Мин! У нас потери! Противник нейтрализован! Все чисто. Прикройте! Враждебный контакт к юго-востоку! У нас потери! Цель уничтожена! Враг на 12 часов! Все чисто. Огонь поддержки! Вражеские гранатометчики на крыше! Блин, бочка сорвалась. Уже второй раз погибаю здесь. Вражеские гранатометчики на крышах! У нас потери! Блин, как они так точно бьют? Не успел бошку высунуть, уже валят. На северо-восток. Минус противник. У нас потери. К вам направляются 3 грузовика с пехотой. Опять та же уловка. Блин. Уже задрали, конечно. Такой вот фигней меня мочить. Так, вот сюда можно вылезти? походу нет, нельзя. Вижу противника! Вражеские гранатометчики на крышах! Контакт к западу! Цель нейтрализована! Цель уничтожена! У нас потери! У нас потери! Контакт к западу! Минус цель! Нужен огонь поддержки! Прикрой, пока заряжаю! Контакт к северо-западу! У нас потери! Вот так пробрались. Д-6, внимание! К вам направляются 3 грузовика с пехотой. Противник впереди! Противник нейтрализован! У нас потери! Граната пошла! Заряжаю! Контакт к северо-западу. Да. Я еще, ребята, сколько раз не умирал здесь. Контакт к западу. Прикройте! Прикрой, пока заряжаю. Минус враг! Контакт к северу! Нужен огонь поддержки! Ну, наконец-то мы это сделали. Так, идем дальше. Д-6, снайперская группа 2. Выходим из-за леса на юге. Не стрелять! Это американские снайперы! Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете пере... Нет, что такое, черт возьми! Т-1Х, выпущена ракета! Повторяю, выпущена! Т-1Х, 2 ракеты выпущены! Прием! Вас понял, Б-6? Наши спутники их отслеживают. Заводите людей в здание и захватите центр управления пуском. Мы пытаемся выяснить у русских коды отмены. Конец связи. Вас понял! Так как я и думал, что это еще не последняя миссия. Я уже так надеялся. Ну ладно, придется еще немножко поиграть. Б-6, мы все еще пытаемся получить у русских коды запуска. Вот-вот они будут у нас. Продолжайте операцию. Конец связи. Мы тоже продолжим нашу миссию. Вперед, вперед, вперед! Б6, вторая снайперская группа на позиции. Мы прикроем вас. Прием! На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Найдите взрывчатку и тяжелое оружие. Прием! Говорит вторая снайперская группа. Цель уничтожена. Б6, говорит центр. Доложите обстановку. Прием. Мы внутри! Приближается колонна в ведущем силу с эмпатием! Конец связи! Опасно! Немедленно перекрыть все входы и подкрепление пехоты, сэр! Ударная группа. Приближаемся с северо-запада. Повторяю, приближаемся с северо-запада. Подтвердите, прием. Вас понял, третья группа! Встречаются на северном конце площадки! Уничтоженных штаб! Конец связи! Их должна быть напрасной! Мы вернем былую славу нашего народа! Когда он... Дайте нам пару секунд, чтобы прорваться через шахты! Проходим через шахты! Ждите! Никто нам не помешает! В бой! За Родину! Не позволим подкупить наш великий народ! Товарищи! Вторая группа прибывает на место! Отлично! И вот так быстро мы прошли миссию. Думаю, немного здесь будет. Где-то еще две, может быть, три. Как раз вот в одно это прохождение вкладемся. Отлично! Выдвигаемся! Капитан Прайс, докладывает 5-Д6. Очищаем восточное крыло и направляемся к центру управления. Прием. Вас понял, Д6. Мы прямо над вами в шахтах, не стреляйте. Вас понял, сэр. Тревога! Противник проник на базу! Капитан Прайс докладывает 2-Уай-6. Мы попали под обстрел в южном крыле. Они перекрыли здесь вход. Прием! Вас понял, Уай-6. Объединяйтесь со второй группой и помогите им захватить центр управления. Прием! Вас понял, сэр. Отступаем ко второй группе. Конец связи. Капитан Прайс. Передаем вам коды для самоуничтожения ракет в воздухе. Ракеты достигнут восточного побережья через 15 минут. Прием. Вас понял. Противник окружен у казарм. Там нам потребуется подкрепление. Вижу противника. Блин, я же был далеко. В воздухе. Ракеты достигнут восточного побережья через 15 минут. Прием. Вас понял. Противник окружен у казарм. Там нам потребуется подкрепление. Так, походу мы по колу идем. Вот сюда, значит, нам нужно было идти. нас 10 минут. Противник проник в складские помещения и спусковым шахтам. Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с 3-й по 6-ю шахты. Ждать сигнала. Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Зажали. Прикрыто. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Говорит газ. Мы захватили центр управления базой. Доложить обстановку. Прием. Группа 2, мы на месте. Открывайте внешнюю дверь в центр управления. Вас понял. Выполняем. Ждите уже. Ждите уже скоро. Готово. Двери сейчас откроются. Мать твою. Да ты издеваешься. Газ, не можешь побыстрее открывать? Нет, сэр, но вы можете попробовать ее подтолкнуть, если вам от этого станет легче. Хитрый ублюдок. Что-то не понимаю. И далеко отошел и все равно достало. Третья группа, доложите обстановку. Прием. Третья группа на месте с юго-восточной стороны центра управления. Ждем сигнала. Вы у противоположной стены? Прием. Подтверждаю. Готовимся к штурму. Соуп, устанавливай взрывчатку. Выполняй. Осталось 8 минут. Вперед! 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 Да. Вот осталось 8 минут, ребята. Вперед! 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 Заходим. Соуп, вводи коды! Мы задержим их подкрепление! Ждать подтверждения! Ждать сигнала! Ждать сигнала! Би-6, все ракеты уничтожены в воздухе. У нас тут миллиард осколков, но большая их часть упадет в океан. Сэр, проверьте секретную передачу. Это Захаев. Он уходит. Капитан Прайс говорит, газ из центра управления. Они прибыли сюда на грузовиках. Думаю, стоит воспользоваться ими, чтобы убраться отсюда к черту. Передаю координаты гаража. Вас понял. Встречаемся у гаража. Конец связи. Все за мной. Вперед. Всем группам, говорит центр. Рекомендуем немедленно покинуть территорию. К вам приближаются многочисленные войска противника. Уходите оттуда, быстрее! У нас гости! Приближаются вражеские подкрепления! Знаете, сэр, я бы с радостью пристрелил этого Захаева. Да, не ты один, дружище. Если только он не найдет нас первым. Если только он не найдет нас первым. Блин, я, кажется, что уничтожил все бочки. Почему? Да, не ты один, дружище. Если только он не найдет нас первым. Что слышали? Шевелите! Ну и сейчас, и последняя миссия, наконец-то будет. Пытаемся, Би-5. Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Никчемный придурок! Дай мне данные о тех вертолетах! Капитан Прайс! Подкреплений не будет, да? Потери! Говорит сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Чертовски рад слышать тебя, дружище. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Он едва дышит! Один живой! С тобой все будет в порядке, дружище! Уносите его отсюда! Пошли, пошли! Его нужно срочно доставить в госпиталь! Российское правительство сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Вот грузит. Не знаю, наверное, сохраняет. Вот, в принципе, грузит уже. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Вас понял. Подписывайтесь на мой канал и ждем новых приключений, новую серию, вторую часть. Получил разрешение открыть огонь. Вас понял. Уничтожить их. Тоже пройдено. Бабах! Ладно, до встречи, всем пока. Вижу движущуюся машину. Удачи.